Доброе утро, дорогие друзья. 12-е Нисана. Соответствует оно месяцу Адар. В этот день мы завершаем наши 12-дневные молитвы о хорошем годе. Месяц Адар увеличивает радость, написано. Поэтому сегодня мы должны молиться, удостоиться большой радости и счастья в нашей жизни, в жизни наших близких. Кроме того, написано, что мы должны просить избавления от видов всех печалей и того, чтобы мы умели быть довольными тем, что имеем. Идем дальше. Современные исследователи рассказывают, что растения очень реагируют, даже когда срезаешь, даже кричат там и так далее. То есть мы не видим это глазами, но они, безусловно, живые, и какая-то реакция есть. Еврейское естествознание различает 4 уровня творения. Так, человек, только не разумный, не дай бог, в иврите говорится человек говорящий, мы это знаем, что человек не всегда разумный. Поэтому человек говорящий, потом фауна, потом флора, потом минералы. Представители этих уровней по-разному реагируют на опасности. Человек, он пытается нейтрализовать источник угроз. Животное чаще всего убегает. Овощи, вот, пожалуйста, иногда даже пищат, но есть реакция овощей и животных, растений. А вот камень, он не обороняется, он не спасается бегством, он ничего не делает. Его можно разрезать на части, и он не будет протестовать, камень молчит. В сегодняшнем недельном разделе Торы рассказывается о реакции сначала сыновьях Аарона Надава и Авигу и наказаны смертью за несанкционированные действия в храме. И услышав о гибели, Аарон умолк. Это один из самых печальных вообще написано моментов в Торе и до конца не понят их никем. Употребляемое вообще в этой недельной главе слово «ва и дом» больше никогда не встречается в Пятикнижии. «Ва и дом» происходит от того же корня еврейского, что и «дедем» – неживая природа, окаменелость. Другими словами, реакция Аарона на трагическое событие была не такой, как у людей, животных или даже растений. Он реагировал как камень, он окаменел. Но не в том смысле, что страшное горе его сломило там. Нет, оно не поменяло Аарона. Он не воздевал там руки вверх, не плакал отчаянно. Потому что он всем своим существом знал, что Бог всегда прав, на 100% прав, в любом поступке, в каждом событии. И даже самое трагическое, оно пронизано его милосердием, просто мы этого не в состоянии понять. Смерть двух сыновей Аарона остается одной из величайших загадок вообще повествования в Торе. Мидраши и комментаторы предлагают различные объяснения причины этой трагедии. Одни говорят, что сыновья не хотели жениться, вторые, что выпили вино, и, ну, там разное рассказывают. Однако, следуя этому пути, трудно объяснить другое, если вообще люди могут это объяснить. Почему плохое случается с хорошими людьми? Это начально всегда вопрос есть. Независимо от того, какое объяснение мы хотим использовать, реакция Аарона на эту трагедию написана единственный ответ, который человек может дать на этот извечно сложный вопрос. Как в действительности работает Небесный суд? Как понять, почему происходит так или не так? Ответом всегда будет молчание. Аарон не говорил ничего. Существовало признание того факта, как бы он молчал, что Небесный суд непостижим для людей. И несмотря на все наши усилия, там, великие мудрости комментаторов и так далее, все-таки не все ответы становятся только потенциально возможными. И это само по себе проводит такую черту между Творцом и Сотворенным, между небом и землей. Естественно, мы хотели бы все понимать. Естественно, что вот гордыня человека заключается в том, что мы можем понять, как бы сказали, все, человек, это звучит гордо. Но обратите внимание, вот эта черта присуща маленьким детям, которые хотят поступать самостоятельно и думают, что они способны делать все, что хочешь, и проанализировать все до конца. Эта человеческая черта имеет положительную и отрицательную сторону. Положительно, она помогает быть творческими, изобретательными, новые вещи, видеть какой-то новый мир. А недостаток, что мы сталкиваемся со стеной идей, которые мы не понимаем. События, которые по нашему разумению неправильны, необоснованы. Мы считаем, что иногда что мы лучше Бога знаем, как быть. Поэтому мы остаемся в путанице и в разочарованиях. Повторяют мудрецы, единственным решением, когда мы сталкиваемся в жизни с абсолютно непонятным, является молчание и принятие, так сказать, способность двигаться дальше, даже если мы не понимаем, даже если мы вообще в шоке от всего. Великий Моше Рабейну обратился к Богу и сказал: «Дай мне познать твои пути». И он ответил, что не может показать ему свой лик, а только что затылок. То есть, что это за комментарий? Один из комментариев таков. Всевышний говорит Моше: «Невозможно понять меня в час испытания». Человек ничего не может в час испытания понять. Лишь последствия можно понять, для чего, как или почему.
И вообще, иначе бы у нас не было свободы выбора. Если бы человек видел пути Всевышнего, во-первых, он был бы Богом, во-вторых, был бы лишен выбора. Выбор существует, когда человек не понимает, но верит. Поэтому так вот, наверное, и нам. Браха ва ацлаха, всего самого-самого лучшего. И пусть на этом печальном эпизоде закончатся вообще все печали наши. И теперь только к празднику Песах с улыбкой и радостью. Браха ва ацлаха.